Итак, здравствуйте. Значит, меня зовут Владислав. Так. И в этом уроке я вам расскажу вот что. Вот, в данный момент перед нами рамка. Так. Со штампом. Вот. Так вот, вам никогда не приходилось вписывать, значит, фамилии в эти вот, значит, ячейки. Я сейчас увеличу. Если приходилось, то вы наверняка знаете, что фамилии разных людей бывают очень разные по длине. И задаваться какой-то, значит, одной высотой текста, ну, как бы нецелесообразно получается. Ну, к примеру, так, я сейчас, значит, к примеру, так, вот. Высота ставлю 2,5, угол поворота 0. Ну и пишу там, я не знаю, ну. Там. Придумайте какую-нибудь фамилию. О, блин. Подвальский. Видите? Значит, высота текста и вообще размер текста одинаковый. Ну, 2,5, как бы, получается. Вот. Смотрите. Дальше смотрим. Значит, я сейчас напишу свою фамилию. Так, у меня как бы должна влезть. Где мы ставим тут? Высота 2,5, угол поворота текста 0. Видите, и моя не влазит до конца, с моими инициалами не влазит. Вот, в этом случае, допустим, как я поступал, я просто, значит, уменьшал, значит, либо размер текста. Вот, значит, также, либо масштаб самого текста. Ну, по-всякому, тут путей уменьшения много. Однако, есть спецтехнология. Мы сейчас, я эти два, значит, две надписи удалю, так. И смотрите, с помощью однострочного текста, так, вот я выбираю однострочный текст, так, выбрал. И ничего не вводя сюда, смотрю сразу на командную строку. Вот у меня, смотрите, выравнивание стиля, да, команда выравнивания. Нажимаю на V, так как V большая. Мне надо выровнять. И на вот. Мне предлагают, смотрите, сколько команд тут, так. Это по, значит, это ж то же самое, что вот эти вот, значит, кнопочки выравнивания в Microsoft Word. Там, значит, слева, справа, по центру, сверху, снизу, вот эти вот все, значит, сокращенные обозначения. Мне же надо вот первая команда, вписанный, то есть, значит, либо набираю команду полностью, либо набираю большую буковку И. Ну вот. Следующее, указываю первую точку, так. Значит, базовой линии. Указываю вторую точку. Так. И ожидаю. И сейчас вписываю, значит, вот эту вот длинную фамилию. Подвальский. Так. ВГ. В. Точка. Г. Точка. Два раза на вот. Посмотрите, что получилось. Автокад, я задал автокаду, значит, область, да, за которую он не имел права вылазить. И он уместил весь текст в эту область. Понимаете? Давайте повторю я со своей, значит, фамилией. Так, опять же, задаю. А, не, как только я включил однострочный текст, так, ничего здесь, никаких точек не ставлю. А сразу здесь просто, значит, выбираю команду выравнивания, а затем команду вписанный, так. И только затем, значит, определяю, значит, линию области, да, вот, так. А затем начинаю вводить, просто пишу.
Можно и без, в принципе. В. Э. Все, как видите, очень просто, да? Он подобрал сам высоту, он подобрал все, и все окей, как получается. Значит так, 2008 версия, а соответственно в остальных классических все то же самое. Только расположение инструмента другие, так? Также, значит, рисование, текст однострочный. Также нажимаю на буковку В, значит, и буковку И. Так, значит, разработал. Так, выбираю, значит, линию. Так, и следующий, так, рисование, так, либо правая кнопка мыши, повторюсь, однострочный. Видите, я тут сразу, я сам ошибся, я сразу начал вводить однострочный текст. А мне надо сначала было задать область. Значит, выравнивание, вписанный, а затем задаю область, задаю линию текста, за которую, значит, да, текст не будет выходить. Вот, пожалуйста.